Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Здравствуйте, решим задание 548. Нам нужно вычислить и пункт А. 240, деленное на 8, минус 300, деленное на 20, и плюс 576, деленное на 32. Сначала выполним все деления. 240 делить на 8. 24 на 8 будет 3, значит 240 на 8 будет 30. 300 разделить на 20. 30 разделить на 2 будет 15. И 300 разделить на 20 тоже будет 15. Мы по одному нулю можем сократить и убрать в числах при делении. И останется 30 разделить на 2, то есть 15. Плюс 576 разделить на 32. Но здесь мы разделим уголком. Начинаем делить с числа 57 и берем по одному, получаем 32. 57 минус 32. 7 минус 2 – 5, 5 минус 3 – 2. Шестерку сносим и берем по 8. 8 на 2 – 16, 6 пишем 1 в уме, 8 на 3 – 24, 1 в уме – 25. 256 минус 256 – 0. То есть получили 18. 30 минус 15 будет 15, 15 плюс 18 будет 33. Пункт Б. 160 240 деленное на 8 плюс 7 миллионов 997 тысяч. Деленное на 1000, то есть на 100. Все это нужно разделить на 1000, прибавить 947, а потом еще умножить на 100. Ну, давайте сначала мы разделим 160 240 на 8. Начинаем делить с 16. И берем по 2. 2 на 8, 16. 16 минус 16 – 0. И 0 сносим. 0 меньше, чем 8. Поэтому, чтобы дальше продолжать делить, нам нужно снести следующую цифру. А для этого записываем 0 в частное. Сносим двойку. Но двойка тоже меньше, чем восьмерка. Опять 0 в частное и сносим следующую цифру. 24 делим на 8 будет 3. 24 минус 24 – 0. И вот этот 0 – ну, в частное записываем. То есть получили 20 тысяч 30. 7 миллионов 997 тысяч, деленное на 100. В числе 100 2 нуля, поэтому просто 2 нуля мы убираем. И получаем, давайте сначала запишем число, а потом его прочитаем. 79 970. Все это нужно будет разделить на 1000, прибавить 947 и потом это все еще умножить на 100. Давайте выполним теперь сложение. 20 030 плюс 79 970. 0 плюс 0 – 0. 3 и 7 – 10. 0 пишем 1 в уме. 0 и 9 – 9. И 1 в уме – 10. 0 пишем 1 в уме. 0 и 9 – 9. И 1 в уме – 10. 0 пишем 1 в уме. 2 и 7 – 9. И 1 в уме – 10. 0 пишем. То есть уже 10 так и записали. То есть получаем 100 тысяч. Делим на 1000. Прибавляем 947. И умножаем на 100. 100 тысяч разделить на 1000, останется только 100. 100 плюс 947 и умножить на 100. 100 плюс 947 будет 1047. И 1047 умножаем на 100, получаем 104 тысячи. 700.
и выполнили задание 548. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.